О геополитической ситуации в Калининграде поговорим сегодня так или иначе. У нас в гостях сегодня президент БФУ имени Канта, профессор, доктор политических наук Андрей Клемишев. Добрый день. Добрый день. На базе БФУ имени Канта был создан уни университет геополитических наук. Я правильно его называю? Был создан Институт геополитических и социальных и региональных исследований. Угу. А кто им руководит на сегодняшний день? У нас руководит сейчас Яна Ворожейна, политолог, вот моя бывшая аспирантка, кстати. Обязательно поговорим про институт и о том, как и чему в нем сегодня учат. Калининград оказался в достаточно сложной геополитической ситуации. На ваш взгляд, почему так произошло? Ну, вы знаете, для того, чтобы уяснить сегодняшнюю ситуацию, и понять, как она может развиваться в будущем, мы должны все-таки обратиться к нашей истории. К истории, особенно, конечно, к истории 90-х годов. На мой взгляд, один из ключевых моментов, которые определили сейчас весьма сложную ситуацию с калининградским транзитом, является заключение... Наговора э, о границах э, с Литвой. Это соглашение было подписано в 1997 году Ельцином и затем уже было ратифицировано в 2003 году. Вот до заключения этого соглашения э, мы могли э, исходить э, из ряда весьма интересных, так сказать, предпосылок э, при обсуждении. Э, транзита нашего через, нашего через Литву. Прежде всего могли бы исходить из того, что э, вообще-то Литва это э, любопытная э, сегодня ситуация для Литвы. Почему? Потому что Литва, став независимой, э, денонсировала, по сути дела, хотя это юридически -то бессмысленно, но тем не менее денонсировала и э, соглашение между СССР и Германией. 1939 года и э, соглашение о вхождении Литвы в состав Советского Союза. Но таким образом она поставила под вопрос фактически одну треть своих территорий. Почему? Потому что вот, когда говоря, мы бы обсуждали тему, бы, а кто собрал э, в нынешнюю современную Литву, э, то э, я бы, наверное, сказал такую достаточно может быть кому-то показавшегося даже крамольную мысль о том, что это сделал Иосиф Историович Сталин. Почему? Потому что Литва после Первой мировой войны оказалась и без Вильнюсского края, без края он входил в состав Польши, и после событий сентября 1939 года именно Советский Союз передал Вильнюсский край Литве. Затем при вхождении Литвы в, Советский Союз, в состав Советского Союза мы передали ряд уездов из состава Белоруссии Литве. И также передали, еще заплатив золотом Германии в 1941 году, и определенные территории, которые были, должны отойти Германии. То есть в этом смысле большие издержки понес Советский Союз. Очень любопытный вопрос с Мемелем, с нынешней Клайпедой. Мемель это вообще существовал как чисто немецкий город и имел свою, так сказать, историю. В 1923 году, опять же, после Первой мировой войны, когда возникло как самостоятельное государство Литва, в 1923 году Литва практически захватила Мемель. Другое дело, что Германия в 1939 году вернула его, а вот после Второй мировой войны, после закончания Великой Отечественной войны, вот как раз Мемель был передан Советским Союз, вошел в состав Советского Союза, а вошел он одновременно как раз с Кенигсбергом, который стал Калининградом. И это в 1943 году тот же самый Сталин, Поставил на Тегеранской конференции вопрос о передаче Советскому Союзу, ну там даже не Советскому Союзу, в тексте есть стенограмма, где он говорит о том, что русским необходимо на Балтике несколько портов, и он назвал в данном случае Мемель и Кенигсберг. И они были переданы в, и вошли в состав Советского Союза. Но если, например, юридически в то же самое Кенигсберг, как Кенигсбергская область вошла в состав Российской Федерации, это было закреплено решениями соответствующими, а потом переименовано уже в Калининградской области, в город Калининград, то, например, по мемелю, по клайпеде никаких решений о передаче Литве юридических документов не было обнаружено. И в свое время бывший президент Литвы Бразаускас этот факт признавал. И в связи с этим, конечно, мы можем сказать о том, что ряд вопросов можно было бы здесь поставить. Тем более, они были закреплены в рамках и международных соглашений различного уровня. Там, конечно, достаточно сложная история. Почему? Потому что после окончания Второй мировой войны все-таки у нас не был заключен мирный договор с Германией. И хотя мы в 1955 году своим указом президиум Верховного Совета прекратили войну с Германией в 1955 году и в этом же году установили дипломатические отношения с Федеративной Республикой Германии. Тем не менее, окончательно подписали соглашение о регулировании всех послевоенных вопросов только в 1990 году. Окончательное регулирование германского вопроса. Но тем не менее были соглашения и с ФРГ 70-го года, московское соглашение, и были Хельсинки 75-го года. Поэтому в этом смысле вопрос о принадлежности, собственно говоря, как и Калининграда, так и Мемеля, что это вошли в состав Советского Союза, он никем уже не ставился, он был закреплен достаточно многочисленными соглашениями этого периода времени. А вот остальная мифология, что порой рассуждает, особенно, кстати, и литовские так называемые эксперты, нынче и польские, о том, что вот там есть какие-то вопросы, никаких вопросов с точки зрения международного права вхождения и Кенигсберга с окрестностями, и Мемеля в состав Советского Союза быть не может. А вот о передаче как раз Литве, это был как раз дискуссионный вопрос, и в этом отношении, конечно, когда мы обсуждали вопросы вопросах о границах, вот этот вопрос необходимо было поставить. И когда уже в том числе и ратифицировали это соглашение в 2003 году, там тоже, конечно, на мой взгляд, были совершены определенные, так сказать, недоработки в этом вопросе. Были. Почему? Потому что встал вопрос, как раз о транзите в Ленинградскую область. И мы приняли, мы получили решение далеко не самое лучшее. Если сравнить, например, условия транзита, которые сегодня распространяются, которые существуют и существовали, существуют в том или ином виде, предположим, гуманитарно, я уж не говорю даже о военном транзите, то если сравнить, предположим, и с условиями 20-30-х годов, по Данцигу, по Данцигскому коридору, или взять, например, еще более э, ближе к нам ситуацию с Западным Берлином, э, например, ФРГ и Западный Берлин, там транзит, конечно, был намного в лучших условиях. Хотя, конечно, был берлинский кризис, это понятно. Но сами условия, хотя надо сказать, что Западный Берлин никогда не принадлежал в, в... в тот период времени, не... не был в составе Федеративной Республики Германии. Ну, то есть и... сегодня такое неудобное положение Калининградской области, это следствие многих и многих исторических конечно. политических ошибок, конечно. которые были допущены. Конечно. А каким-то образом их исправить уже сегодня невозможно. Это факт. Но каким-то образом поправить положение Калининградской области сегодня все-таки предоставляется возможно. Ну вы знаете, пока можно будет сказать таким, так что в принципе все будет зависеть от изменения геополитической ситуации сегодня будет зависеть от результатов специальной военной операции на Украине. Это непосредственно будет касаться и Калининграда. Вот когда мы говорим вот что касается Калининграда по Калининграду очень много событий, uh -huh. которые были связаны как никак именно не, иногда не с самим Калининградом. Вот если вспомнить события 2014 года и вхождение Крыма, возвращение Крыма в состав России, в этом отношении я хочу сказать, что это непосредственно коснулось Калининграда. Вы, именно в этот период времени, когда были события, связанные с Крымом, именно в этот период времени мы можем констатировать, что у нас все-таки укрепляться начала государственность после кризиса государственности российской 90-х годов, потому что советские формы государственности ликвидированы были, мы заимствовали э, западные формы государственности, и э, еще это большая, так сказать, тема, э, насколько они эффективны в наших условиях. И э, в этом плане, э, конечно, впервые мы начали осознавать и геополитические интересы, подлинные свои, и не случайно, когда э, Крым вернулся в состав России, это же мы тоже получили, по сути дела, прибрежный эксклав. Другое дело, что там территория, вернее, расстояние такое, что было можно мост построить. У нас до Пскова, до ближайшей, так сказать, место границы Большой России, здесь, конечно, почти 700 километров, здесь ни подземный ход, ни мост не построишь. Поэтому мы здесь в другой ситуации были. Но интерес к Калининграду и проблема Калининграда, вспомните, энергетика, решение энергетических вопросов, всех других. Поэтому в этом смысле, конечно, наше будущее, это связано с, ге... с развитием геополитической ситуации. Иногда она может обостряться. Вот вхождение Финляндии и Швеции, конечно, это очень большая проблема. Профессор БФУ имени Канта, доктор политических наук Андрей Клемишев сегодня в студии Радио Балтик Плюс. Мы продолжаем наше с вами общение. Очень сложно это диалогом назвать, но тем не менее, когда профессор в студии, хочется слушать и слушать. Мы продолжим мысль о том, что будущее Калининградской области зависит от геополитической ситуации. Это факт, с которым не поспоришь. А вот каким оно будет, каковы варианты будущего Калининградской области, очень хочется послушать. Ну, сегодня, понимаете, когда мы говорим о геополитической ситуации, мы можем сказать, что вне всякого сомнения, она, вот если брать завершение Второй мировой войны, я полагаю, что сегодня вот мы пришли впервые к ситуации такой высокой динамики, очень высокого уровня неопределенности и сложности. Поэтому сегодня рисовать какие-то гипотетические сценарии можно во множестве. Можно говорить там о том, что, предположим, я уже сказал в конце сегодня, что, например, вступление Финляндии и НАТО и Швеции например, в НАТО, конечно, не обостряет ситуацию, обостряет ситуацию на Балтийском море, которая была одной из наиболее стабильных с 90-х годов. И в этом смысле это касается и непосредственно может коснуться при обострении ситуации на Балтике. Это коснется, конечно, и Калининградской области. Но вот когда Финляндия вступила в НАТО, то в СМИ стали сразу появляться такие заголовки, которые я лично считаю непрофессиональными, потому что они вводят в заблуждение людей и пугают. Они звучали примерно таким образом, что Калининградская область может остаться без Балтийского моря. То есть может остаться, а может не остаться. Нет, в этом отношении я думаю, что это уже совсем, так сказать, крайность. Почему? Потому что это как раз уже фактически тогда складывалась ситуация, которая сегодня наши, прямо скажем, противники, я имею в виду коллективный так называемый Запад и прежде всего это в лице структур НАТО, они пытаются все-таки избежать. Почему? Потому что по прямого военного конфликта с НАТО, конечно, с Россией и НАТО, они пытаются избежать. Поэтому в этом смысле это действительно, когда даже наши журналисты об этом пишут, это, конечно, я думаю, что, вот вы правильно сказали, это и непрофессионально, конечно, допустить можно все. Но мы должны и из реальных вещей исходить. Когда у нас вообще СМИ занимаются обсуждением калининградской проблематики, очень часто они э, нам такое э, очень плохую услугу. Людям оказывают. здесь становится страшнее. А, не только из-за этого. Почему? Конечно, э, когда у нас, например, даже э, будущие наши абитуриенты интересуются, как у нас здесь ситуация, и вообще, все ли у вас спокойно в этом отношении, конечно, это когда средства массовой информации порой нагнетают чрезвычайно, сказать, ситуацию. Но я уже сказал, надо признать, что в этом смысле прежде всего результаты специальной военной операции будут оказывать радикальное воздействие на всю геополитическую ситуацию, в том числе и на ситуацию, связанную с Калининградской областью. Мы из этого, так сказать, исходим. Поэтому, конечно, все те позиции, которые сегодня излагаются нашим руководством, они должны быть доведены до конца, иначе мы не найдем решения, так сказать, вопросов, которые касаются и российской склава на Балтике. При этом надо сказать, что спекуляции средств массовой информации, в любых, так сказать, порой существуют. Ну, достаточно вспомнить, например, когда обсуждался сейчас вопрос о размещении тактического ядерного оружия российского Беларуси, и западная пресса прям столько много написала там, и почему-то игнорируется тот факт, что Соединенные Штаты Америки с 50-х годов размещали ядерное оружие в Европе и свыше 7 тысяч боеголов было размещено. Другое дело, что в 90-е годы значительное число, так сказать, было выведено, но, тем не менее, и сегодня, примерно, по крайней мере, по экспертным оценкам, около 150 бомб Б-61 различных модификаций, по-моему, уже около 12 модификаций, они размещены в пяти странах Европы. И в Германии, и в Бельгии, и в Нидерландах. И в, и в Турции, или та же самая Польша, например, сама предлагала, так сказать, разместить у них в Польше тоже ядерное оружие. Что касается ядерного оружия, ну, к примеру, в Беларуси это каким-то образом решит ситуацию, поможет ей, каким-то образом урегулировать? Ну, вы знаете, в этом смысле мы должны все-таки понимать, что наличие ядерного оружия это прежде всего факт сдерживания. Когда мы говорим о каких-то возможных эскалациях mm -hmm. на глобальном уровне с применением ядерного оружия, то, конечно, мы должны помнить, что вообще-то mm -hmm. это у... война победителей о, победителей да, очень не узкий коридор свободы здесь. И в этом смысле это прежде всего гарантия, как раз вот, и когда мы говорим о возможном конфликте э, НАТО и России в этом смысле. Поэтому я думаю, что здесь тоже чрезвычайно много спекуляций. Есть, извините, такой, такая даже концепция, связанная с окном дискурса, или был такой исследователь, ну, практик, скажем, скорее, Джозеф Овертон, это окно Овертона, когда мы расширяем словесно какие-то возможности, и таким образом мы допускаем фактически и какие-то и практические решения. В экология смысле... в общем работает. Ну, в да, смысле. поэтому здесь, конечно, надо быть более, так сказать, аккуратным, корректным, когда мы такие сложные вопросы обсуждаем. И когда речь идет, как порой говорят, о диванных войсках. Ну, вот здесь совершенно иногда безответственные какие-то суждения, ничем не обоснованные, и мы должны к этим суждениям очень критически относиться. Да, сегодня, конечно, у нас наиболее популярны сегодня Телеграм, но в Телеграме там можно найти хорошие, интересные какие-то и профессиональные рассуждения, но очень много мусора, как в интернете вообще, да, предположим. Фильтровать нужно все абсолютно. Да, 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 и поэтому тем более информация. огромное количество фейков, идет, иногда сознательных, иногда просто стихийно возникающих в этом отношении. Поэтому мне представляется, что сегодня такие вообще озвучивать можно только очень взвешенные суждения, которые на чем-то основываются. Но, конечно, мы это относим, когда видим такие заявления по Калининградской области. Извините, Калининградская область уже с 90-х годов, хотя казалось бы, вот был период, так сказать, в кавычках... Потепление в отношениях, когда было и у нас надежда на то, что вот мы войдем вот в состав западного этого мира. На тех или иных началах мы вошли, правда, не на очень хороших основаниях, но тем не менее. Но на самом деле даже в этот период времени я хорошо помню заявление не только литовских экспертов каких-то, но и литовских политиков о том, что они претендуют на Калининградскую область, и что Калининградская область ни в правом отношении, ни в историческом не может принадлежать России. Хотя это совершенно противоречит любым, так сказать, фактам. в последнее время такое, посмотрите, даже воспоставленные, правда, зачастую уже бывшие военные в Польше заговорили об этом. Хотя никогда в Польше зачастую так вопросы не ставился, потому что что опять же никаких оснований для этого нет и это пересекает э, любые э, соглашения международные, которые заключались. У нас в гостях сегодня Андрей Клемишев, президент БФУ имени Канта, доктор политических наук. И последний вопрос, если можно коротко. Люди всегда заинтересованы в добрососедских отношениях, какими бы они ни были. А, и вот насколько вероятно быстрое восстановление отношений с нашими соседями с Калининградской областью? речь идет о 10 годах, 20-30, как по вашему мнению? Понимаете, сегодня и сам, так сказать, процесс восстановления, я уже сказал, будет зависеть от результатов Это тех, да, от результата специальной военной операции на Украине. Это будет иметь огромные, не только конкретно региональные эффекты, но большие геополитические эффекты. И они определят после этого и процесс восстановление не отношений хотя мы не можем сейчас не видеть что та тотальная русофобия которую стимулировали на западе ну и например в той же самой польше или в литве она конечно окажет при любых обстоятельствах окажет свое влияние спасибо большое за интервью